Так, представимся. Имя? Ярополь. Ярополь. Да, Лисенко, иди кофту. Пал, потому что рядом ведьмин круг. И ведьмы колданули, видят, что за ним подсматривают. Они такие, пух! Вот Маша обнаружила дерево такое аномальное. Смотрите. Ничего себе ты даешь. Вот это круто. Привет, друзья! Вы снова на канале «Удивительная деревня Окунева». Сегодня 14 октября, пятница. Время у нас начало второго, и мы вот опять у нас десантно-штурмовая группа, только уже в расширенном составе. Мы направляемся на поиски квадрокоптера. Это у нас, у меня попытка номер 2, у Дениса там какая-то номер 7, а у всех остальных попытка номер 1. Но она будет удачной. Ну, надеемся, надеемся. Вот у нас переправа. Ну, вот. Ничего себе, ты нашла, Маша, ну ты вечно. Маша вечно как найдет что-нибудь, да, это вообще. Это такое скелещука. Вот по щучьему велению сейчас будем находить. С того света. Итак, десантно-штурмовая группа плюс, как у нас, 5 плюс 4, да? 9 человек. Ветер поднялся такой приличный. И прошел. И не упал. Заходим. Да. Заходим в волшебный лес сказочный. Привет, духом леса. Помощником. А, ну так тут намного сейчас все просматривается. Когда мы были, это вообще было жесть. Ничего себе, ребят, мы искать только не начали. Мы только подошли, представьте, и Дима нашел. Ёлки-палки. А меня сейчас тянет. Ничего себе, Дима, ну, ты герой. Тортик пополам. Тортик, ладно, я вам отдам. Тортик все равно всем. Только чтобы вы все вместе. Дети нам принесли удачу. Вот и все путешествие. Денис, ты представляешь? А то полоса искать, там что-то. Вообще, ребята, вот это да. Сейчас... Сейчас уже поздно, конечно, но мы подумали, что Диме надо было спрятать вот под куртку, да? А, или в рюкзак положить, и мы бы здесь шли бы, искали бы. Давайте еще один коптер найдем. Давай, Денис, отправляй его. Не, он сейчас не отправится, он требует техобслуживания серьезного. Слушайте, вот это да. Ну, не знаю, надо проверять. Не, надо проверять, надо разбирать там все это. Подломлено это уже как бы или не страшно? Не знаю, надо смотреть. Ну там можно заказывать на Али, ну, запчасти. Да, запчасти. Ну то есть ты, короче, в городе есть чем заняться тебе, настроишь все это. А может быть, вдруг пока за это время коптер снес маленький коптерик. Он же здесь вот гнездо. Так, друзья, ищем. Гнездо, да. Кто найдет маленький коптерик? Папу, маму и ребенка. О, какое дупло в Антаре нашла. Да? О, да, мы ж не зря пришли. Вот дупло какое нашли мы там. Классно. Слушайте, это молния ударила, ребята. Смотрите, видите, оно какое обожженное. Упадет. Молния. Не, ну если упадет, не сейчас прям. Попозже. Аккуратно, черный будет. Так, представимся. Имя? Ярополь. Ярополь. А вас как? Весняна. Весняна, вы голубоглазая моя красавица. Так.
А вас как? Дима. Нет. Ратибор. Ратибор. Будущий миллионер. Почему миллионер? Потому что... Да. Да, ты, наверное, смотришь программу «Как стать миллионером». Нет. Он и так финансового отчета смотрит. Ну и Тарочка. Тара наша. Тара. А ну привет, привет. Самая старшая. Тара, сколько тебе лет? А? Куда побежала? Сколько? 13? 13, да. Ну что ты не смотришь в камеру? 13, да. Маша, вот зачем ты этих палок наломал, а? Красивые, зелененькие. Ё-моё, ну ты не можешь с пустыми руками откуда-то вернуться. Вот еще как я. Собираю. К чайку. Ёлки-палки, это вообще. Сейчас чай пойдем пить, Маша заварит нам. Нет, не нам, слышишь? Нет, говорит. Это на себе одной дома. Вон прям ведьмин круг напротив нас. Нет. Ты просто дядю Диму привела на это место, да? Нет, это я с ним. Да? Да. А, ты привел, значит? Да. Вот так вот. Видишь, кто тебя привел на это место? Дети. Да. Фотографию. Где? Фотография? Вы все... Давайте. Смотрите, какое сказочное место, да? Прям такая у нас услан ковер такой из ивовых листьев. Вот и концерт. Что... Идите сюда, Лисянка, иди коптер. Пал, потому что рядом ведьмин круг. И ведьмы колданули, видят, что за ним подсматривают. Они такие пух! И он, друзья, такой, вот наша упал, команда. Да. Вот все гораздо вот проще. И Тара гораздо... спряталась еще, Тара спряталась, но мы вот в это не мы победители. Но мы про нее знаем. Да. Вот Маша обнаружила дерево такое аномальное. Смотрите, среди вот этих ив. Это похоже на крымскую бесстыдницу. Я не знаю, как правильное название вот этой бесстыдницы. Оно же какое-то есть научное. Ну, так называют все бесстыдницы в Крыму. Она эту... кору сбрасывает и такое, как лысая. Ну так, вроде оно не засохшее. Какая-то листва висит там на нем. Ну вот, вот такое у нас дерево. По берегу реки идти банально, а здесь такое место прям вот мистическое. А здесь, кстати, летом было, Маша, вообще, потому что когда все было в листве, необычно как-то было. Я очень удивился. Ну, намывалась же водой. Ну вот сюда, вот видишь, мы прошли там протоку, сюда вода заполняет вот это все. Вот это все заполнено водой, когда тара разливается. Все, он закончил политический лес. А это ежевика там у нас завядшая. Ну что, мы здесь уже спускаемся к реке. Дальше пойдем по берегу реки. Вдохновленные, радостные. Такой куст. Раз, два, три. О! Ты, наверное, мил? Ты проверить хочешь? До свидания, правый берег. Сейчас такое серенькое, уже голые все ивы. И снова здравствуй, левый берег. Передвижной детский сад. Дорогие друзья, мы взяли все масти и все виды. Начало от Гулливера до самого Лилипута, чтобы можно было на всех уровнях поискать квадрокоптер. Да, да, да. На разных уровнях, да? Да. Сверху, с высоты кто-то, снизу. Кто-то снизу ищет, кто-то сверху. Я вот так вот. Как и Гулливер, с высоты глядя. Я здесь главный Гулливер. Вон, главный Гулливер.
Вот, видите как? А хотел бы... Я... Ух ты, ничего себе, аккуратно. А хотел бы ревером стать, Артибор, он просился на плечи к Диме, говорит, я буду все видеть и увидеть. А, ну ясно. Аккуратно, аккуратно, Артибор. Ну ладно, ладно, друзья. Сними его. Закончилась наша... Смотри, как ходит, ходит как кот, как коза. Ничего себе ты даешь. Вот это круто. Он тут ползабора прошел. Может, сколько угодно. Представляете, как у нас будущий миллион? Да. Я думал, у нас Маша одна королева баланса. На этом и зарабатывать будет. А тут ловкач. Так, ну, друзья, вот так все. Закончились наши поиски удачно. Вообще чудесный день, чудесная прогулка. Короткая, но плодотворная. Ну, с вас подписка, лайк, комментарий. И увидимся в новых роликах. Всем бодрости духа, добра, удачи. Пока-пока.